и расширяет наше сознание. Человек с реально расширенным сознанием и телом. Сергей, проходи, сейчас покажем, как мы это делаем. Друзья, встречайте подборные аплодисменты Сергея Полонского. Вы знаете, на самом деле, когда вы занимаетесь бизнесом, у вас возникает очень большое количество психосоматических зажимов. Да? Психосоматика, она блокирует циркуляцию крови, энергию, и, собственно говоря, единственный рабочий инструмент, который у нас с вами есть, это мозг. Да? И когда энергии нет, и кровь не функционирует, или есть блоки, которые, например, у нас в России очень холодно, и люди сжимаются зимой, да? Вы знаете, когда холодно, вы сжимаетесь. Как только вы сжимаетесь, вы внутри не хотите, вы сжимаете и печень, и почки, да? Как только у вас сжимаются эти внутренние органы, у вас автоматически там возникает зашлакованность, то есть, соответственно, ну, как результат, вся эта биохимическая лаборатория под названием биохимическая лаборатория, собственно говоря, она начинает работать некачественно, да? И, соответственно, она не выдает тот диапазон химических веществ, кислорода и всех остальных элементов, которые нужны единственному нашему рабочему инструменту, потому что, я так понимаю, боксеров здесь нету, да, или борцов там, да, то есть все, наверное, работают пальцами и руками, ну, в смысле, головой, да? Есть пара боксеров. Да. Окей. Я рад, что добрался до вас наконец-то, вот, сказать, вот, благодаря Дмитрию Аксилю, который очень настойчиво, так сказать, мы долго обсуждали, и надеюсь, что принесу вам сегодня какую-то, так сказать, ну, приличную пользу. На самом деле очень важно уметь тоже хлопать, почему? Потому что в этих точках тоже самое активизируются определенные поинты. Если вы помните раньше, когда мы, например, 10 лет назад уже проводили у себя в компании, даже 12 лет назад, ЦИГУ, дыхательные гимнастики там, и так далее, когда мы создавались там Сити, Федерацию и все остальные проекты. И тогда это вызывало в некоторой степени такие как бы, ну, странные там, взгляды, там, улыбки там, и так далее. Да? То сейчас, ну, мне кажется, компании, которые не уделяют внимания, собственно, вот, ну или точнее не компании, а люди, скажем так, которые не уделяют внимания сегодня тому, чтобы сотрудники или люди, которые работают у них, улыбались, дышали, двигались там, и так далее, то они точно не имеют сегодня успеха и шансов у них в этом мире ноль. То есть любой бизнес, который находится в пределах страны, это не бизнес, с моей точки зрения. Это, как правило, какие-то формы взаимодействия, связанные с... Хорошо слышно, да, Ян? Да. Какие-то формы взаимодействия, связанные с личными контактами, со взятками, вот, ну, с такими вот, так сказать, ущербными позициями. То есть у нас, как таковая сегодня, с моей точки зрения, в России конкуренция просто отсутствует напрочь. Да? То есть то, что было 10 лет назад, вот у меня не было тут порядка 6 лет, да, в России, в связи с командировками различными. И то, что я сегодня увидел, собственно говоря, меня повергает в шок, потому что я думал, что уровень бизнеса должен был вырасти, а он за эти 10 лет просто опустился в никуда. В чем вообще вся прелесть, собственно говоря, сегодняшней ситуации? Я уверен в этом на 100%. Мы будем видеть и уже видим, я об этом говорил еще год назад, что большие компании будут умирать. Большие компании не конкурентны в России, потому что ну, они, собственно говоря, не конкурентны по массе причин, да, начиная от того, что, понимаете, смотрите, вот первые 5 лет вы создаете бизнес внутри какой-то маленькой системы, внутри города. Следующие 5 лет вы создаете бизнес на территории страны. И уже после 10 лет вы можете выходить на международный рынок и конкурировать с международными компаниями. Да? То есть вы не можете сразу создать компанию, ну, за исключением, конечно, безусловно, электронных бизнесов, где можно это все сделать гораздо быстрее, да? Но тем не менее, то есть выходит порядка 10 лет. 10 лет, чтобы в России компания развивалась, и ее никто не трогал, чтобы она могла давать всходы и расти вверх, ну, практически сегодня такого невозможно встретить, к сожалению. Да? Поэтому с этой точки зрения мы видим с вами, к сожалению, катастрофическую ситуацию. Нету российских компаний в других странах мира. То есть если мы такие умные, да, и такие энергичные, то поверьте мне, вот смотрите, вот неважно, вот есть директор крупного предприятия, а у вас всего 2 киоска, но один в Москве киоск, а другой в Германии или на Бали,
Вот если у вас два киоска, один в России, другой на Бали, то у вас уже международная компания, у вас уже совершенно другой уровень взгляда, понимаете, да, это фундаментальная вещь. То есть как бы меня вот Дмитрий попросил, собственно, я спросил, ну а что, скорее всего, интересует здесь присутствующих, потому что очень разноплановая у нас здесь, так сказать, тусовка, да, то есть кто-то резидент Акселя, и кто-то просто пришел, и я, безусловно, потом спрошу, ну, то есть, мы, так сказать, какие есть вопросы, да. Так вот, еще раз, лучше иметь два киоска в двух странах мира, и это уже выведет вас совершенно на другой масштаб и на другой взгляд. Да? То есть это очень важно. Да? Как только вы думаете, что вы умный, но вы умный в пределах ограниченной территории, где вам комфортно, где вы родились, где у вас там, так сказать, какие-то связи, взаимоотношения, это не является доказательством того, что вы создали конкурентоспособный бизнес. Понимаете? Вот, например, возьмите, скажем, то, в чем я специализировался, да, девелопмент. Мы единственная компания в России, которая имела проекты в 10 странах мира. Америка, Франция, Франция, Швейцария, Турция, Украина, Вьетнам, Камбоджа, там, ну и так далее. Вот. Больше таких компаний нету в России. Понимаете, потому что они научились строить у себя в городе, они нашли взаимоотношения с мэрами городов там, с какими-то чиновниками, собственно говоря, и зачем им что-то там куда-то идти там, и так далее. А вот те же самые турецкие компании на данный момент времени, да, они с удовольствием захватывают российский рынок и поддерживают друг друга и продвигают, и поэтому все меньше и меньше, так сказать, с точки зрения, ну, вот именно качественного девелопмента, причем, если там 15 лет назад мы учили турков, как строить здание. То есть мы привезли первые технологии, я собрал всех архитекторов, конструкторов со всех стран мира, лучших там американцев, японцев, немцев, китайцев, вот. И, ну, собственно говоря, потому что когда мы запускали строительство 100-этажных зданий, там, собственно, Москва-Сити, в России на тот момент времени не было вообще никаких технологий, то есть не было, начиная от того, что, если вы вспомните, 15 лет назад о строителях в России, вот если мы, как вы сталкивались, говорили только плохое, да. Сегодня объективно, то есть с точки зрения высокотехнологичных зданий, да, ну, у нас реально объективно здания мирового класса, то есть там, точно, у нас точно не хуже, чем в Америке или в Японии, или в Шанхае, вот я вчера был, ну абсолютно точно, да. И поэтому, значит, с этой точки зрения, так сказать, вот, к сожалению, мы не умеем, знаете, мы русские почему-то вот настолько не умеем сами себя защищать, да, что вот, ну, простой пример, скажем, Америка раз в году проводит у себя в консульствах и посольствах встречу со всеми американскими предпринимателями, которые работают на территории России. И не дай бог, кто-то из России тронет американскую компанию, поднимется сразу, например, или финскую, да, но у нас. Мне товарищ рассказывал, какие-то неправильные санкции применили к финской компании, так сразу позвонил президент Финляндии, значит, президенту России и сказал, ну, так нельзя делать, да. Вот, но, значит, в чем плюс уникальности данной ситуации? В связи с тем, что у нас большой, скажем так, исход из России, то есть большое количество людей из России уезжает. Тем самым, на данный момент времени, очень большое количество русских диаспор во всех странах мира, да. И с моей точки зрения, если качественно кто-то сумеет объединить вот это вот разбросанные споры русского сознания, оно на самом деле уникальное русское сознание, потом два слова скажу почему, то это, конечно, будет, безусловно, очень уникальная сеть, да, с точки зрения мощности, технологии и всего остального. И вообще говоря, что в России в некоторой степени есть такая внутренняя функция, это создавать людей и выбрасывать, разбрасывать их как споры по всему миру, да, ну, то есть это еще, так сказать, чтобы, ну, собственно, происходил какой-то вот такой вот обмен, с моей точки зрения, конечно, но тут опять-таки, видите, в каждом плохом надо искать долю хорошего, да, зато теперь в любой стране мира есть большие русские диаспоры, я не знаю, в каком, так сказать, функциональном режиме они находятся, но тем не менее, поэтому я. У нас тоже такая есть там идея, мы на базе одного из клубов GCI, международный такой бизнес-клуб, хотим, так сказать, сделать там турнир, объединить в некоторой степени в такую, ну, большую сеть, да, потому что если вы создали бизнес в России, у вас есть технология,
то надо понимать, что в другую страну мира, чтобы зайти, вам нужен либо партнер местный, либо русский, который там прожил хотя бы 10-15 лет. И с этой точки зрения у вас уникальная возможность абсолютно точно, начиная от Бали, заканчивая, так сказать, другими странами мира. Поэтому именно вот такой вот как бы быстрый скоростной захват мира, да, и это для вас будет важно, да, еще раз, вот я настаиваю на том, вот Дмитрий мне сейчас тоже сказал, что рассматривает вопрос запуска, мы с ним еще, кстати, месяца три назад обсуждали в Америке, ну, чтобы в Америке запустить такую же программу, как запущена в России, там, не знаю, по-моему, нет, ты меня сразу предупреждаешь, если там что-то секретное, когда ты мне говоришь, ты хочешь там лишнего не сказать. Вот. Ну, кстати, да, если Дмитрий собирается тоже, собственно говоря, вам, ну, заняться американским рынком, да, может быть, какие-то продукты у вас есть для американского рынка, и, может быть, имеет смысл, скажем, да, провести отдельный клуб, собрались ориентировки. Всегда проще, так сказать, ну, и легче, и комфортнее захватывать другие страны, там, в хорошей компании, понимаете, да. Вообще, кстати, такое есть утверждение, знаете, как говорят, с друзьями бизнес нельзя иметь, да, слышали? Ну, я девушка говорил, но это же тоже ущербно, да, с кем надо иметь бизнес, с врагами, что ли? Да нет, конечно, лучше всего бизнес опускать с теми людьми, с которыми вам комфортно, с которыми вы в дружеских отношениях находитесь, в которых у вас есть ментальная связь. То есть вот эти вот всякие, знаете, такие вот штучки, которые нам навкидывали, огромное количество бизнес-тренингеров уже появилось, да, которые, собственно говоря, сами ничего не создавали, но выходят и рассказывают, да, и вот начиная от того, что, ну, скажем, простой пример, надо быть здесь и сейчас, да, вот. Надо быть здесь и сейчас, надо быть здесь и сейчас. Я, значит, мы сделали абсолютно стопроцентный вывод, что, собственно, здесь и сейчас находятся только алкоголики. Да? То есть у алкоголиков нет завтра. Алкоголиков есть только сегодня. Да? То есть это абсолютно. То есть, ну, это вот как бы у врачей есть описание, да, алкоголизма. Да? Вот. А мы с вами, если мы с вами здравые люди, мы здравые люди, мы должны понимать прошлое, видеть будущее, соединять прошлое с будущим и тем самым оказываться настоящим, понимаете, да, то есть это тоже очень важная вещь. И вот таких вот факапов, которые нам набросали за это время псевдо, скажем так, там, да, бизнес-тренера там, и вот, оратора, их очень большое количество. И очень важно их как бы четко отсекать, да, то есть принимать, то есть когда вам дают какие-то системы, какие-то техники, да, очень важно понять, действительно ли это соответствует, нужно ли это, ценна ли эта информация. Вот есть такое понятие «вредные знания». То есть лучше не знать, чем знать ошибочное утверждение. Да. Если вы решили заняться бизнесом, то есть, ну, собственно, вы занялись бизнесом, это такой длинный-длинный путь. Если у вас нету карты, нету корабельного журнала, да, то есть у капитана корабля всегда есть журнал, куда он записывает, куда идет корабль, какое направление и так далее. Вот, обратите внимание, у меня всегда с собой, значит, там, ну, дневничок, помимо электронных записных книжек, да. Пункт номер один. Я вам гарантирую, если вы не ведете блокнот, дневник, неважно, в электронном он виде или в письменном виде, через какое-то количество времени вы запутаетесь. Почему? Это очень важно. Как только вы запутаетесь, вы потеряете координацию, вы потеряете все абсолютно, да? Потому что человек таким образом устроен, что когда он меняет свой взгляд, то есть трансформируется так называемым образом, да? Трансформация происходит, она может быть поверхностная, да? То есть как бы ты понял, ты говоришь, да, я понял, но это все ерунда, это soft skill. А вот если вы хотите аппаратную прошивку, а только аппаратная прошивка, вот мы дышим, например, смотрим, думаем, да, двигаемся, это только аппаратная прошивка. Вот когда аппаратная прошивка происходит, то у вас нейронные связи старые разрываются и образовываются новые нейронные облака, нейронные связи, так называемые, паттерны, да? И вы уже через год, если вы действительно трансформировались, вы не можете технологически вспомнить, какой вы были год назад, собственно говоря, понимаете? То есть технологически просто это невозможно. То есть если вы помните, что вы думали год назад, значит, вы абсолютно не трансформировались. Понимаете, да? Итак, теперь вы трансформировались, но не понимаете, вы не можете без дневника понять, как вы, каким вы были год назад и каким вы стали. А это необходимо, потому что как только вы понимаете, каким вы были, каким вы стали, вы можете понять, что вы сделали для того, чтобы измениться, и таким образом уже следующий раз гарантированно, гарантированно.
подконтрольно трансформироваться. То есть, собственно, чем отличается вообще мастер от ученика, да? Ученик, он не знает, то есть ему, он не знает, какими действиями, какой результат он получит. То есть у него каждый раз это эксперимент. Мастер конкретно, он знает, что, например, для того, чтобы написать ему стихи, да, ему нужно засунуть ноги в холодную воду. Да, вот, скажем, был Ламброза, который писал шикарную книгу, кстати, в 19 веке написано «Гении и сумасшедшие», рекомендую. И где он изучал как раз там Достоевского, Толстого, то есть, ну, все Пушкина, то есть, кто каким образом вызывал в себе вот эти вот новые частоты для того, чтобы создать что-то новое, да? Кто-то начинал писать только тогда, когда на церкви начинали звонить колокола, кто-то начинал писать только тогда, когда первый снег. Вот, например, Пушкин не начинал, он уезжал специально осенью и ждал, пока выпадет первый снег. Он не мог написать ни одной строчки, пока не выпадал первый снег. Понимаете? Это очень важный момент, потому что для всех присутствующих, то есть как бы мы психоэмоционально-химические машины в некоторой степени, да? И то, какие у нас возникают эмоции, какие у нас возникают позывы, собственно говоря, в зависимости от этого получается, какой мы результат получаем, какое у нас направление концентрации. Поэтому, конечно, безусловно, я вообще считаю, что какое-то отдельное направление уметь вести себя в нужное психоэмоциональное состояние для решения разных задач, и оно, соответственно, абсолютно разное. Да? То есть, вот, ну, скажем, ну, доказано, если температура воздуха больше 21,5 градуса, то у вас резко падает производительность нейрокомпьютера, да, просто он перегревается. Это тоже важно. Почему говорят, даже ноги в тепле, голову в холоде. Да? Ну и так далее. То есть, если вы хотите перейти, то есть, как бы, безусловно, у вас, у каждого из вас в процессе жизни, у каждого из нас в процессе жизни возникали вот такие вот какие-то разные истории, да. И если вы их записываете, то вы, потом осознаете, то вы уже знаете методы, какими вы можете себя перенести в то нужное состояние. Вот у викингов, у древних считалось, что 33 камня, так называемая, да, позиция, значит, если ты собрал 33 камня, то ты мог стать старейшиной племени. Что это значит? Значит, каждый камень викинги собирали, это мне, ну, прямо там викинги рассказывали, ну, такие псевдо-викинги уже. Значит, родился у тебя ребенок, первая любовь у тебя, значит, погиб у тебя друг на войне. Вот именно в эти психоэмоциональные дни они шли и собирали камни. И как только ты собрал 33 камня, у тебя практически можно сказать, что ты испытал все психоэмоциональные ощущения, которые только могут быть. И таким образом тебе можно прийти и посоветоваться, да, по любому вопросу. То есть ты не можешь советоваться с человеком по теме, которую он сам не прожил. Да? То есть, понимаете, это очень важный момент. Вот, поэтому тут очень важная история. Как бы опять-таки следующее считается, что у нас есть все знания. Вот в каждом человеке есть все знания. Они какие-то включаются, какие-то не включаются. Да? Точно так же, как гены, да? То есть вкл-выкл. И именно от того, в какие истории мы попадаем, открываются или закрываются наши вот эти вот биохимические лаборатории, гены, знания, опыт и все остальное. Да? Поэтому, конечно, безусловно, то, что, вот, ну, скажем, эта конференция, например, происходит на Бали, это уже шикарно, потому что это совершенно новый психоэмоциональный ряд, это совершенно новое место и так далее. Да? Вот у нас раньше была такая история. Когда мы начинали только заниматься строительством, все архитекторы российские в 2000-х годах, я говорю, давайте съездим, посмотрим, что в других странах строят. Они говорят, да нет, зачем, мы же все знаем. Собственно говоря, да. О чем с ними можно разговаривать? Если вы решили построить пятизвездный отель, ни разу не жили в пятизвездном отеле, то вы, ну, как бы технологически, собственно говоря, наверное, скорее всего, не сможете это сделать, понимаете? Поэтому, плюс ко всему, надо понимать, что вот... Мы все-таки большой бизнес. То есть я понимаю, когда там, ну, у многих из вас там малый бизнес, он не завязан на взаимоотношения, ну, как бы с людьми. Но если вы хотите перейти в другую стадию, да, на другой уровень, вы, безусловно, должны быть интересными людьми. Да? То есть, как бы, если вы не интересны, нет, у вас либо у вас должен быть миллиард, либо вы должны быть интересным человеком. Понимаете, да? То есть, если нет одного или другого, желательно, чтобы было одно и другое, да, тогда, так сказать, это хорошо совмещается и может получиться такая хорошая квинтэссенция. Вот. Но поскольку, так сказать, у кого-то здесь есть миллиард,
Нет, ну водитель. Рубли, долларов у тебя? А вы не знаете, да, Яков? Может, не встанешь, чтобы все на тебя посмотрели? Вот. Совершенно верно. В современном мире абсолютно верно, неважно у тебя. То есть это же про миллиард, собственно говоря, это энергия, да, вообще. То есть вот миллиард просмотров, миллиард знакомых, миллиард долларов, там, ты интересный человек и так далее, да. И то, что сегодня огромное количество возможностей сделать так у каждого здесь присутствующих. То есть, когда мы начинали бизнес, не было ни интернетов, там, ни связи, ни книг, ни учителей. То есть, ну, первые, кто вообще в 93-м году начали проводить бизнес-тренинги, мы тогда брали кастанедовские практики там, и переделывали их под бизнес-тренинги в 93-м-94-м году, понимаете. То есть, ну, то есть понятно, что на тот момент времени там еще не было даже такого понятия, что такое вообще бизнес, тренинги, зачем это вообще. На нас тоже смотрели как немножко на ненормальных, но тем не менее, как говорится, вот результат, собственно говоря, нарисован в Москве. 10% вы должны, пункт номер два, 10% нужно тратить на свое развитие. 10% тратить на свое развитие. А здесь нету, да? Это может быть с точки зрения времени, то есть неважно, да, ресурса. Вот на самом деле, то, что вы здесь есть сегодня уже, вы можете сказать, вот грубо говоря, вот 10 дней, да, вы уже провели фактически. Кстати, то есть вы вместо того, чтобы пойти на пляж гулять, там, значит, там куда-то там бухать, там и так далее, я не знаю, там. То есть вы сидите здесь, на Бали, в зале с какими-то, так сказать, люстрами, там, то есть слушайте, обсуждать, это реально круто. Это реально круто, ребят. Я предлагаю каждому из вас попробовать аплодировать друг другу себе. Второе. 10%. Итак, это, вот смотрите, вы здесь, грубо говоря, 10 дней, да? И вы фактически можете сказать, что на ближайшие 100 дней вы свою минимальную задачу по развитию, да, уже выполнили. Ваша совесть чиста, понимаете? Это фундаментальная вещь, да? Вот просто она вот фундаментальная и все. Итак, третье. Третий пункт, он звучит следующим образом. У каждого из вас, если вы планируете, а вы, собственно говоря, если вы занимаетесь развитием и тратите время на то, что находитесь здесь, значит, вы хотите двигаться вперед. Вот для того, чтобы двигаться вперед, у вас должно быть свободное пространство. То есть, когда вы работаете 5 дней в неделю, значит, многие 6 и 7 дней в неделю по 24 часа, у вас технологически нету времени, энергии, то есть, ну, пространства нету, чтобы создать что-то новое. То есть вы как белка в колесе. То есть, неважно. Если у вас даже сейчас, то есть вы можете, конечно, оказаться в такой в экстремальной ситуации, сжаться, да, на месяц, на полтора, но не больше. Я вообще настоятельно рекомендую тем, кто вот занимается бизнесом, не работать больше 4 дней в неделю. 4 дня в неделю. Это максимум. Вообще я считаю, что нужно переходить на 3-дневную, безусловно, рабочую неделю. Я вообще уверен, мы уверены, скажем, у нас там есть такой квази там футурологов. Мы уверены, что к 30-му году вообще весь мир перейдет на 3-дневную рабочую неделю, потому что ну, просто такое количество рабочих рук не нужно за счет автоматизации, компьютеризации, блокчейна и всего остального. Да? Иначе вот эти вот 80%, которые останутся без работы, они, собственно говоря, ну, так сказать, съедят тех, кто не ест. Да? Поэтому тут именно вот этот фундаментальный переход. То есть вы вдумайтесь, 100 лет назад у нас с вами производительность была 120 лет назад в 25 раз меньше, чем сейчас. В 25 раз меньше. Но люди как работали по 5 дней в неделю, по 6, так и работают. Но это куда годится-то? Понимаете? То есть это путь в никуда. Пока у тебя нет свободного пространства, чтобы ты мог посидеть, помедитировать, подумать о судьбе там, космоса, Родины там, и так далее, все, вы находитесь в биороботическом состоянии. Это важный момент. Да? Так, свободное пространство. И четвертое, соответственно, это концентрация.
Вот вы можете сколько угодно концентрироваться, вы говорите, я умею концентрироваться, но если у вас нет блокнота, если вы не тратите время на развитие, да, то есть, собственно, вот сейчас как раз вы сконцентрированы, да, понимаете, потому что, ну, здесь никого же больше нет, все смотрят, понимаете, да, то есть вот она концентрация. И если у вас нет свободного пространства, то вы не можете быть сконцентрированы, потому что вас всегда будут раздергивать, всегда будут вторгаться в ваше пространство, выдергивать там, и вы будете как мышка, как белка, значит, как кролик бежать. Может ли быть кролик сконцентрирован? Ну, конечно, нет, чего тут обсуждать-то. Значит, концентрация. Вот, собственно говоря, четыре основные позиции. Мы искали, там, знаете, там дальше могут быть какие-то спойлеры, там, улучшения, там, дополнения и так далее, да? Но если вот эти четыре основные позиции у вас есть, вот вы можете быть спокойны, знаете, как вот с утра, да, вот вы проснулись, зубы почистили, да, ну, то есть, как, ну, это же уже, как, естественная, да, вещь. Вот то же самое здесь, если вы ведете бизнес, да, и занимаетесь, и у вас есть эти четыре пункта, вы как минимум уже, ваша совесть будет чиста, понимаете? То есть, а это важный момент, то есть когда совесть чиста, у вас нет когнитивного диссонанса, что я что-то не доделал, я, значит, там еще нужно больше, там... Вот, нет, спокойным, выдержанным и так далее. Что, знаете, помните, такой Стив Джобс сказал очень хорошо, сначала 10 тысяч часов потрать в себя, а потом экспериментируй. Слышали, нет? 10 тысяч часов вложи в себя, потом экспериментируй. Что это значит? Ты сначала должен создать свой стержень, да, то есть себя структурировать, а потом ты уже можешь экспериментировать. Понимаешь? А у нас, как, люди пытаются накидать себе в голову, значит, там миллионы лайфхаков там и так далее, не применяя ничего. Вот я вам говорю точно абсолютно. Лучше иметь 4 применяемых лайфхака, чем иметь миллион каких-то красивых, значит, там, историй, которые не будут... А вот потом, пожалуйста, уже вы сюда можете дополнять, какие хотите. Но это должна быть... Ну, мы скажем так, по крайней мере, пока еще никто не смог откритиковать и найти лучшую модель, чем вот это вот, ну, 4 поинта. Вот. Ну, давайте вот передохнем. Теперь я вам, да. Давайте. Спасибо, что внимательно слушали. Смотрите, значит, я скажу, как у меня, да, я считаю, что и так надо. То есть нужно уметь записывать и в электронную книжку, и от руки, потому что когда ты пишешь от руки, да сиди, уж не политбюро стоит, еще. Значит, когда ты записываешь от руки, у тебя включается моторика, у тебя нейронная связь совершенно по-другому работает. Вот попробуйте написать стихотворение, да, или там эссе, кстати, очень важно, я, ну, на самом деле тоже, ну, когда вы будете вести блокнот, у вас автоматически будет появляться эссе, да, без эссе вообще, в принципе, неприлично жить. Значит, никого не обидел? Всех. Ну, вы делаете бизнес, и ваш бизнес — это эссе, понимаешь, да, то есть иногда и так надо, да. Поэтому, как доказано, да, когда ты пишешь рукой, у тебя совершенно по-другому работает мозг. Более того, вот это вот, это процесс творения. Мозг имеет квантовое состояние, да, то есть это такое, ну, неопределенность, да, собственно, то, что я как раз говорил. Вот когда вы берете в руку что-то, и вот это вы уже сделали, понимаете? Есть такое, кстати, значит, тоже технология такая, А в Д. Вот из А в Д сразу не доскочить. Вам нужны порты B и C. Значит, как возникает вообще, как, собственно говоря, рождаются и реализуются идеи, с моей точки зрения, ну там, с моей, не только с моей. У вас возникла мысль, она неустойчива. То есть, потому что, то есть, то есть любая мысль, которая возникает в голове, она неустойчива. Первое, вы подумали. Второе, вы обсудили с кем-то из товарищей эту идею. Третье, вы ее написали. Вот как только вы ее написали, это уже... Вот четвертым ходом вы можете уже делать. Понимаете, да? То есть вы можете сколько угодно думать, да, сколько угодно обсуждать, но пока вы не написали там рукой или в электронной книжке, вы еще очень далеко, то есть вы еще только в Б находитесь, вы не можете стыкануть сразу в Д. Вот. Поэтому я, конечно, рекомендую иметь и электронный журнал, и я рекомендую иметь перьевую ручку, безусловно. То есть
кривой ручкой совершенно по-другому пишется. И, более того, у меня такие эксперименты были. Я любил печатать на печатных машинках. На старых у меня печатные машинки, там 30-х годов. Вот когда ты вот этот, да, там еще физически, у тебя еще реально пальцы болят. Ты еще, ты понимаешь, то есть когда ты вот этот чик-чик-чик, это все нормально. А когда ты, значит, у тебя устают руки, и ты начинаешь экономить, то есть ты не, как это сказать, каждое лишнее слово это для тебя труд. Понимаешь? И ты, соответственно, когда у тебя физически тебе тяжело их писать, ты сокращаешь мысль, и она получается более элегантная. Солнце, не буду называть фамилии, а то следующее заседание у нас может не состояться. Вопрос, Сергей, можно? Да, конечно. Все, давай. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы изначально с детства были такой крутой, вот, заряженный по энергии, да? Или это от практик каких-то? И вот какие больше всего влияют? И второй вопрос. Чем отличается мышление масштабного предпринимателя, миллиардера, да, от небольшого предпринимателя? Ну, смотрите, сегодня я такой немножечко как бы в спокойной форме, во-первых, потому что мне сказал Дима, значит, что мы в таком дружеской обстановке собираемся, да, семейной. И плюс ко всему я прилетел только в 3 ночи, да. Что-то мы там летали туда-сюда. Вот, поэтому вам повезло, с одной стороны, так сказать, мы с вами как бы сегодня в одной весовой категории, можно так сказать. Значит. Смотри. Садись, ну что ты стоишь? Ну хотя, стой, стой, жена. Еще что? Ну тогда выходи сюда. Давай, давай, все. Значит, ты знаешь, знаете, с моей точки зрения, конечно, безусловно, идеально, когда вообще все нейронные паттерны, облака, они формируются в детстве, безусловно, да? Потом они могут расширяться, уменьшаться и так далее, да. И вот, ну, так получилось, что я уже в 4-м классе занимался бизнесом, да, там, в 7-м я уже там, я ездил на такси в школу в те годы, да. То есть я... Когда у меня мама увидела, что я еду на такси, ну, так получилось, что мы переехали, надо было в школу ездить на автобусе, она увидела, что я завезу такси, ну, в общем, вот, да. И, то есть у меня там сначала, значит, там, были рыбки, потом они начали, соответственно, заниматься сексом и расплодились, и, собственно говоря, я их продавал на рынке. На тот момент времени был дефицит фильтров для аквариума, и я просто, мы сделали свою разработку фильтров, и, собственно говоря, их там делали, у нас себестоимость была 35 копеек, продавали по 3 рубля. В школе еще, что ли? Да, в школе. Я на самом деле знаю, что сейчас многие, ну, так сказать, я видел большое количество ребят, которые уже, вот, например, мы сотрудничаем с Денисом, есть, значит, Максименко, который, может быть, он, кстати, где-то здесь должен быть на Бали, вот, это Ватсон, это, ну, майнер, майнер в отеле, он начал заниматься бизнесом в 14 лет. Денис или вот. Женя? Денис, Максименко. Ватсон, ну, самая большая компания сейчас номер один в России по майнер в отеле. Вот, и он тоже начал заниматься 14 лет. То есть, конечно, идеально, да. Значит, что, то есть, что такое вообще бизнес, да? Бизнес, чем отличается бизнес от казино? Тем, что у нас всегда должен быть хотя бы 51% выигрыша, да? То есть, если ты занимаешься бизнесом, то у тебя должен быть 51+, да? А в казино всегда 51 у казино, да? Понимаете? То есть, и ты как бы ставишь черное, красное и так далее. Так вот, что для этого нужно, чтобы был 51+? Ну, соответственно, нужно написать элементарную вещь, написать бизнес-план. Да? Знаете такую штуку бизнес-план? Ну, А чтобы написать бизнес-план на большой проект, как Башня Федерации, как Москва-Сити, нужен большой бизнес-план. Для того, чтобы написать большой бизнес-план, нужно 5 параметров. Какие это параметры? Значит, это... Это важный момент, да? Значит, почему? Я даже более того скажу. Значит, большой бизнес-план. Что это такое? Вы должны понимать. Значит, вам нужно 5 доказано в мире, что если у вас есть 5 открытых параметров, вы ни один компьютер в мире не в состоянии спрогнозировать аппроксимацию бизнес-модели. 5 открытых параметров. Нет компьютера в мире. Значит,
У нас сегодня в России, к сожалению, есть 5 открытых параметров. Точнее, они появились 10 лет назад, 8 лет назад. Я об этом там, ну, много где говорил. Сергей, микрофон работает. Да. Первое. Значит, стоимость денег. Стоимость денег. Значит, открытый параметр – это параметр, который в течение года меняется больше, чем на 10%. Да? Больше, чем на 10% – это значит открытый параметр. То есть вы не можете его спрогнозировать. Понимаете? Значит, первое – это стоимость денег. Да? То есть если у вас, грубо говоря, деньги стоили 10%, а потом они стали стоить 11%, то это не плюс 1%, это плюс 10%, вы должны понимать. Да? То есть тоже очень важный момент, когда нам сейчас рассказывают, что у нас НДС увеличился на 2% всего, это не на 2%, он увеличился на 11%, понимаете, да? То есть это, наши, так сказать, там, специалисты по сказкам. Итак, первое, стоимость денег. Значит, за последний год, если вы посмотрите, за последние 5 лет, да, как они менялись, понимаете, там, возьмем ту же самую ипотеку. От 9,5% до 25%. Ну, видели, да? То есть, ну и так далее. То есть, понятно, абсолютно больше 5% изменения в течение года. Следующее. Это отношение рубля-доллара. Отношение рубля-доллара, да? Больше, чем на 10% в течение года. Ну, да? Ну, можно сэкономить. Да, вспомните, да? То есть, там, грубо говоря, там, весной этого года, был доллар 57, сейчас он 70, да? То есть, это у вас 25%. 25%. Почему это важный момент? Не вздумайте считать свой доход в рублях. Вот прям категорически, кто считает доход в рублях, пусть встанет и уйдет отсюда. Понимаете, да, почему так? Вы можете считать в килограммах колбасы доход свой, в квадратных метрах, в долларах, в нефти, в чем хоть, но не в рублях. Потому что, ну это просто, ну, это самообман, понимаете, да? Потому что если вы вложили, грубо говоря, 100 тысяч долларов год назад, 100 тысяч долларов, да, соответственно, вложили как бы в рублях и заработали за год 10%, то какой у вас результат получается? Нет, минус 15, математики, минус 15. Если у вас инфляция, если у вас доллар на 25 изменился, вы плюс 10 заработали, то минус 15% у вас доход. Третье, себестоимость продукции. Да? Вот за последний год металл подорожал на 50%, цемент на 30%. Ну, я просто по этим, да, позициям. Я, ну, понимаете, как вы можете спрогнозировать, да? Итак, себестоимость продукции, третье. Четвертое. Кстати, значит, считается, что на слух воспринимается только 5% информации запоминается. Ну, это доказанная вещь, да? Если человек записывает, он уже переводит 5%, переводит 15-20%. Это официальные данные, в интернете за этим следите. А вот чтобы перевести в 65-70% информацию полученную, кто знает, что нужно сказать? Молодцы, да. Только когда вы передаете информацию дальше, да, тогда вы 65% уже. И это уже аппаратная прошивка. Это уже не софт, а хард, ну, такой классик. Значит, итак, себестоимость, третий пункт. Значит, четвертый пункт – это продажная цена. Да? В течение года меняется ли продажная цена? Значит, больше, чем на 10%. Ну, конечно, да. Понимаете? Если бы это один был параметр, ничего страшного, вы как бы можете награть, да? И пятый пункт – это объем. Объем, да? То есть, вы, например, вот было в 2014 году по просадка продаж автомобилей на 40%, а накладные плановые это остаются прежние, понимаете, да? А накладные плановые на порядка 20-25%. Если у вас объем продаж упал, то у вас уже минус 12,5%, а вы планировали заработать плюс 10, то есть у вас минус 2,5%, понимаете? То есть вот, и это очень важный момент. К сожалению, то есть с этой, я на многих конференциях был и говорю, ребят, а кто хочет, кто готов быть и защитить бизнес-план? Ни один человек не принес мне бизнес-план, который бы он смог защитить, понимаете? То есть нет сегодня, нет бизнес-планов, которые могут, то есть если, то есть, вот, для банков это тоже сложности, понимаете? Банки не могут выдать кредиты, потому что нельзя бизнес-план защитить и так далее, да? То есть, к сожалению, мы находимся такой в очень большой зоне турбулентности, да? Но первое, что мне интересно, да, это чем, собственно говоря, я работаю, думаю, то есть, с моей точки зрения, что, собственно, будущее за новыми структурами вообще городов. Те города, которые сегодня есть, это города 19-20 века, да, и с этими, соответственно, и с теми технологиями, которые были тогда. То есть это пробки, это, сейчас даже не буду описывать, да, вот.
будущее за новыми структурами, за новыми поселениями, где нету полицейских, где нету вообще чиновников, потому что они не нужны с точки зрения, так сказать, спортизации и всего остального, да, где абсолютно понятно, так сказать, сама структура взаимоотношений, то есть совершенно другая. Плюс ко всему, понимаете, смотрите, вот, что такое налоги, да? Мы же платим налоги, а что это такое? Это деньги, которые идут на чиновников, на полицейских, там, на какие-то аварии, на какие-то предыдущие технологии, да? А если эта задача решена, то, соответственно, в таких местах и себестоимость жизни совершенно другая, вы понимаете, да? А себестоимость жизни и себестоимость налогов – это огромнейшее конкурентное преимущество в будущем, потому что надо понимать, вообще мир, собственно говоря, двигается абсолютно точно по вот этому, в этом направлении, да, то есть автоматизация, роботизация, смартизация и так далее, да, и считается, ну, минимум в два раза может быть уменьшена себестоимость любой продукции, в два раза. И если, почему я очень рад, да, всему, что происходит, потому что в России нет выбора, просто нет выбора. То есть Россия объявили экономическую войну, надо понимать, да, война экономическая идет на уничтожение, да, и если, скажем, у нас там, грубо говоря, ушел Путин, может измениться политика, да, то в других странах политика стран не определяет. Она определяется президентами, но она меньше от них зависит, да, и поэтому неважно, они будут через 5, через 10 лет, через 15 лет будут также давить и уничтожать экономику России, потому что, ну, как бы объективно нас объявили осью зла, да, то есть мы должны это четко понимать. То есть мы находимся на войне, кстати, войну, поскольку объявили экономическую, то, соответственно, на переднем фронте этой войны находится, собственно говоря, бизнес, да, и предприниматели. Мы, кстати, я в конце того года принял решение, вступил в партию роста, меня Титов Борис Юрьевич очень сильно, на самом деле, долго, так сказать, уговаривал, и мы сейчас будем, будем, так сказать, по крайней мере, попробуем как-то изменить эту ситуацию, да, то есть, чтобы не было незаконных уголовных преследований, там, ну, вот всего этого вот барахла, которое связано там с другими погонами, там, все издания войны, потому что, не решив эту задачу, абсолютно точно Россия ее проиграет, проиграв экономическую войну, это абсолютно точно полное уничтожение России, потому что, так сказать, вот ни оружие, ни армии России не захватить, да, то есть, собственно говоря, СССР развалилась именно потому, что она экономически не смогла выстоять после провалов, там, ну, Афганистан, там, нефть, там, комплексный вопрос был, ну, точно так же, как здесь, да, вот 5 факторов, помните, вот 5 факторов, да, если каждый фактор 10% минус, да, а если 5 факторов вместе сложится, как председатель я показал, да, как бизнес-план писать я показал, 4 пункта я показал, один вопрос. Давай. Ты уверен? Ну, давай. Вопрос, кстати, я не знаю, вы проходили или нет, обязательно пройдите, умение задавать вопросы, это единственное, что должен уметь, то есть это не единственное, это, ну, важный элемент, что должен уметь делать предприниматель, потому что когда вы не просто предприниматель, а когда вы ведете совещание, единственное, что вы делаете, вы задаете вопросы, получаете информацию, обрабатываете, принимаете решение, да. Ну давай, удиви нас. Сергей Юрьевич, где была ваша ошибка? Потому что Евгений Чичваркин в Лондоне, в целом неплохо жил. Ты знаешь, я тоже нормально, так сказать, я, во-первых, путешествовал, у меня нет, смотри, еще раз. Вы оцениваете что-либо как ошибку, это можно определить? Да, смотри, я тебя услышал, понимаешь, смотри, в чем проблема, да? Для того, чтобы создать масштабный проект, да, ты должен бежать, и у тебя должно быть доверие к людям, ты не можешь сам создать, да? Но когда ты понимаешь, что в России доверие к людям, оно просто, то есть как бы, либо был выбор, да, либо рисковать и строить, либо ничего не делать и ничего не делать, понимаешь, да, то есть вот, к сожалению, нет. Проблема доверия, да, вот сегодня мы сидели с банкиром, с кем мы сидели, вот, да, с молодым человеком, не знаю, а что покраснело-то? Да, и он первый вопрос мне задал, говорит, а что делать с доверием, да? Вот сегодня главная проблема в России – нет доверия. Это фундаментальная вещь, смотрите, я объясню сейчас два слова буквально. Значит, что раньше было, когда мы создавали компанию, я видел реально горизонт на 15-20 лет вперед, вы понимаете, да? И люди, и сотрудники видели, понимали, что есть движение вперед, да, и вот оно туда. Сегодня никто не может прогнозировать, что будет завтра, да? То есть сегодня вот именно как раз переходит, то есть голодный человек, он переходит в состояние здесь сейчас. Он видит $100, он возьмет и украдет, понимаете, то есть как бы, к сожалению, то есть до революции, кстати, за такие
вещи не судили. То есть если человек украл для того, чтобы поесть, его прям отпускали и еще и кормили, да, то есть важный момент. Сегодня сажают для него людей, которые сидят за банку кофе, да, и булку воды. Понимаете? Вот именно горизонт видения дает возможность планировать, дает возможность создавать команды, дает возможность понимания доверия. Да? Что нужно сделать для того, чтобы сегодня вернуть это, собственно говоря, доверие? С моей точки зрения, только технологически, к сожалению. Да? Причем, почему в других странах мира не стоит так критическая ситуация, как в России? Там более-менее институты, системы работают. В Америке, в Европе там, и так далее. Там выдаются кредиты, там спред маленький, 1%. То есть от депозита до кредита, понимаешь, да, у нас сегодня 20 там, и так далее. Да? То есть для нас это технологически, критически важная задача, доверие. И как раз именно блокчейн, смартизация, да, собственно говоря, с криптовалютой, там, с искусственного интеллекта, она как раз и создает, переводит уровень доверия совершенно на другой уровень. Поэтому для нас это вопрос жизни и смерти. Вот. Что касается ошибок, ты понимаешь, да, наверное, с некоторой точки зрения, такой субъект, как я, уже в принципе своим ошибкам, потому что, так сказать, додуматься в трезвом уме и здравом рассудке, создавать такую компанию, которую создавал я в России, это в принципе, так сказать, ненормально, да, так, объективно, да. То есть не имея там каких-то, значит, кандидатов в волосах, рук, лап и так далее. Зато очень интересно. Блокчейн, где мы можем.